Я вас люто приветствую, меня зовут Александр. Вчера закончился открытый бета-тест многопользовательского файтинга от третьего лица For Honor. Да-да, вы не ослышались, именно файтинга. Несмотря на то, что игра представляет из себя мобу в стиле hack and slash на 8 игроков по 4 на сторону, каждого из которых в той или иной ситуации может заменить компьютер с хорошо проработанной системой AI. Но файтинг здесь стоит во главе угла. Для эффективности в бою и гарантированного убийства оппонентов вам придется изучить механику боя и приемы героев, а поучиться есть чему. В данном режиме можно сметать мобов размашистыми ударами и применить пару-тройку приемов против соперников. Но истинный файтинг раскрывается в оборонительном режиме, где каждый удар наносится в одной из трех плоскостей и доступен расширенный список серий ударов и обманных маневров, заканчивающихся контрударами или специальными атаками. Герои могут накапливать ярость при блокировании вражеских атак и впадать в бешенство, во время которого возрастают показатели атаки и брони. У каждого героя есть свой ряд изучаемых пассивных и активных навыков, которые становятся доступны при выполнении задач и убийстве врагов. В бете было доступно 9 персонажей, но поиграть мне удалось не за всех, и дело не в том, что для разблокировки необходима сталь, местная валюта, которая начисляется после каждой битвы и выдается за выполнение приказов, а попросту развитие каждого героя увлекает на длительный срок. Хочется открыть новое снаряжение, части доспеха или оружия, хочется улучшить полученные образцы, а для всего этого одной стали мало, требуется еще и детали, которые выпадают при разборе ненужного стафа. Кроме того, доступен ряд графических улучшений. Можно настроить личный герб, разукрасить доспехи, в общем, делать все то, что увлекает многих игроков в сетевых многопользовательских играх. На манер Mortal Kombat здесь необходимо выбрать одну из трех фракций – рыцари, викинги или самураи. Хотя в игровых режимах вы можете сражаться абсолютно за любого героя, а выбранная фракция будет определять общий ход войны, за что игроки будут получать дополнительные награды. Овладеть искусством боя непросто, ведь недостаточно выучить приемы и поведение противника, здесь необходимо помнить и о снаряжении. Ведь правильно подобранное оружие и броня могут снизить общий вес, что позволит быстрее восстанавливать выносливость, которая тратится в бою, или вы будете быстрее накапливать ярость, или быстрее бегать. Все это позволит хорошо подготовленным игрокам использовать тактические возможности в бою. А победит здесь, конечно же, скоординированная команда. Да, можно сетовать на то, что вас убивают 2-3 врага одновременно и никакой честной дуэли тут не идет речи, но в то же время, грамотно пожертвовав одним партийцем, команда в это время может захватить большинство целей и получить перевес в очках, или вовсе сделать респаун у противника невозможным. Можно долго пересказывать особенности игры, но это отдельная тема для целой серии гайдов. Все, что я увидел на данный момент, меня устраивает настолько, что игра уже висит в Steam в состоянии предзагрузки. Не берусь судить за вас, решать вам. Но разработчики For Honor на минутку одни из крупных игроделов, хоть и отличаются иной раз неудачными проектами, но по большей части выдают достаточно годные игры. For Honor сравнивают с Rainbow Six и прочими играми от Ubisoft. И это неудивительно, ведь они, экспериментируя с жанром, все же придерживаются рабочих схем и идей, проверенных в предыдущих проектах. И пусть иные обзорщики сетуют на некоторую камерность происходящего, но мы-то помним, что такие игры, как Mortal Kombat или Soul Calibur, берут не масштабностью, а крутостью, которой здесь не занимать. Что может быть лучше, чем отоварить противника двуручным мечом в горячей схватке или врубиться в толпу с двумя топорами? Кроме того, в релизной версии будет доступен и сюжетный режим, который и объяснит все происходящее, ведь исторической подоплеки у игры нет, а весь смысл конфликта на сегодня укладывается в минутный вступительный ролик. Они увидят. Ибо я Аполлион. Вестница войны. Лично меня, немного уставшего в последнее время от обилия сетевых шутеров, игра увлекла, тем более, что хороших файтингов в средневековом сеттинге не так много. Через пару дней я смогу окунуться в этот мир, где балом правит сталь. И неизвестно, удержит ли меня игра надолго или разочарует, как в прошлом это случилось с Titanfall. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.